Все эти бандитские терки в стиле клана Сопрано, калька современности для придания живости сериалу или реально существовавшие в древнем преступном мире отношения. Это, конечно, все придумано просто потому, что о таких отношениях у нас не сохранилось ни одной записи, на основании которых можно что-либо достоверно реконструировать. Ну, просто преступники были, это факт, потому что их судили, наказывали, сажали, казнили, продавали в рабство, лишив гражданства предварительно. То есть преступность была. Значит, то, что были банды, это однозначно банды были, значит, у них были какие-то отношения, ну а какие они еще могут быть? Мы-то просто не знаем, какие они были в Риме, возможно, они были какие-то другие, чем у тех римлян, которые потом говорили, где эти римляне, это перед тобой, блин. Вот, возможно, там какие-то другие были отношения. Ну что, у нас художественное произведение, сценаристы должны как-то выкручиваться, чтобы было весело и интересно, вот они вот так выкручиваются.